Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Где-то месяц назад я увидела у мужа на компьютере неоднозначные для меня сообщения. Прочла всю переписку прямо при нем. Он краснел, бледнел, у него тряслись руки. У меня, кстати, тоже от щека на самом деле. Но он не оправдывался и молчал. Потом я зашла к другим девушкам в диалог. Нам почти то же самое. Он меня убедил, что это ничего не значило. Просто общение, что компьютер и телефон всегда в доступе, ему нечего скрывать, что они мне интересны. Когда я спросил, нравится ли тебе кто-то, он ответил, какая разница. Я спросил еще раз, он ответил, какая разница. Я ведь к тебе возвращаюсь, позже сказал нет. Также говорил, что скроет измену, если она будет, но не изменит, потому что не так воспитан и не хочет терять семью. Сплошные противоречия. Я, в свою очередь, месяц убеждала себя в том, что я излишне ревнивая и пилила мужика зазря, примеряла на себя и ведь тоже в коллективе общалась с противоположным полом, но не могла представить ситуацию, когда я пишу подобные вещи, по сути, оправдывала его. Но вчера, когда создавала предыдущую тему, поняла, что еще не прожито, решила создать тему и разобрать отдельно. Итак, есть две девушки у него на работе, молодые и красивые. Одна замужем, с ней он виделся почти каждый день. Дома я иногда не слышу, она то, она все общается в нескольких соцсетях, темы рабочие. Но третий мужик, четверть сопровождается улыбочками с маликом. Он ей пишет, что ты такая слабенькая, почему ты так грубо со мной? Спрашивает, когда на обед поесть пиццу, ездили куда-то по работе на нашей машине, подкладывают все время ее. Подкалывает ее все время, она тоже что-то улыбочки смеется, пишет ему где-то тебя что-то не видно. И он, уходя на больничный, обещает мне зайти. Вторая не замужем, не замужем. Тоже слышу рассказы о том, куда она приехала, что делала, он ей пишет то же самое, но не так часто и без намеков. Она рассказывает ему о своих парнях, когда и с кем, почему рассталась. Плюс еще 3 или 4 диалога, но ему там отвечают сдержанно. Теперь предыстория в двух словах. Мы на грани развода, он орал, обзывал, посылал, обесценивал, говорил, что не любит. Когда я сказала, что разговоры, они слишком чисты в нашей семье, и мне неприятно такое общение, мне неприятно слышать рассказы о ком-то из них за семейным ужином, он сказал, что изменял мне с ними с обоими. Смеялся в лицо, а потом сказал, что пошутил, что я его добила просто до этих слез. А потом пояснил, что это просто общение, у него всегда в круге общения будут девушки, мне надо привыкнуть и принять. Тут я поразмыслила и согласилась, вроде и правда ничего такого и не было, но в душе полная фрустрация. Скандалы я не закатывала, просто хотела конструктивного диалога. И вот с одной стороны он написал им, хочу тебя, ты красивая, но добавив к этой переписке все его слова, получается странный компот. Нормально ли женатому человеку писать такие вещи? Писать женатому человеку такие вещи нормально. А теперь поясняю, зачем спрашиваю, что я хочу получить. Действительно ли обосновано мое недовольство и моя ревность? Хотя тут даже не ревность, а неуважение меня как жены и моего статуса. Если да, то ок. Потому как наши отношения уже не спасти, но я могу спасти себя. Если же я высасываю из пальца в таком неформальном общении, действительно нет ничего предрассудительного, неформальном, то я продолжу анализировать свои чувства и копать, почему же меня так триггерит. Поэтому я хочу услышать мнение со стороны, чтобы сформировать более адекватную оценку. Ну, основная проблема здесь заключается на самом деле в следующем. Только лишь основная проблема заключается в том, что вы со своим мужем общаетесь из состояния жены, то есть такое ощущение, что у вас нет личностного взаимодействия, то есть, грубо говоря, вот вы как личности не общаются. Есть ощущение, что вот только жена и муж. Вот. И вы как бы говорите про это, вы говорите про то, что к вам не, ну, к вам не уважение как к жене. Вот. На мой взгляд, нельзя уважать жену, можно уважать человека, можно уважать личность. И отсюда, из этого,
уже как бы уважение распространяется и на все остальные роли. Вот. А если вы не общаетесь со своим мужем как личность, если у вас нет такого взаимодействия, личностного взаимодействия, то, соответственно, то есть у вас мало общего, ну вот, то, соответственно, вы пытаетесь компенсировать это через, ну, вот, статус жены. Вот. Но это костыли, потому что пустоту и, ну, скажем так, определенные бреши в отношениях это не заменит. Вот. То есть основная проблема – отсутствие личностного общения с мужем, отсутствие общего и попытка компенсировать это за счет требования статуса. Вот. Да, второй момент – это то, что ревность как бы есть следствие проблем с самооценкой. Вот. И сравнивание себя с другими людьми, ну и некоторыми страхами еще тоже. То, что вы говорите о неуважении к себе как к жене, вот, на мой взгляд, свидетельствует опять же о том, что вы себя как-то вот обесцениваете. Причем обесцениваете себя, на мой взгляд, достаточно сильно. Вот. Это вот такой момент. То есть ревность — это всегда, всегда про страх. Это всегда про страх, это всегда про неуверенность в себе, это всегда про, ну, сомнения в себя. Вот. То есть это исключительно личностные проблемы человека. Но помимо этого существует еще и нюанс. Во-первых, из-за чего у вас ссора? Не совсем понятно, если вы разводитесь, то разводитесь. Если вы хотите отношения нормализовать, то вам нужен психолог. Вот. Чтобы отношения нормализовать. Поэтому тут не совсем понятно. Вот. Но основная проблема — это ссора. А если муж разговаривает, там вот, условно говоря, про них, то есть вы говорите, что мне неприятно слышать там о них за ужином, то возникает логичный вопрос о том, что более интересных тем как-то нет. Вот. Вот и все. И настораживают слова вашего мужа о том, что он не хочет терять семью. То есть держаться за семью — не самая лучшая история, потому что здесь выпадает фигура личности. Жены, мужа, ребенка, если есть, и так далее. Вот. Дальше. Как я уже сказал, ничего такого в переписке нет. Но если для вас это неприемлемо, то вам нужно брать брать за это ответственность. Вы видите, что муж говорит о том, что вот всегда у него будет девушка, всегда будет такое общение, значит, он не изменится. И если для вас это неприемлемо, а если вы считаете это своей позицией, то у вас должны быть изначально такие требования. Вот. Но на мой взгляд, это вот неуверенность в себе. Но повторюсь, это вам решать. Если для вас такое неприемлемо, если вы не приемлете неформальное общение своего мужа с другой, с девушками,
При этом вы называете их молодыми и красивыми, что означает, что вы себя сравниваете с ними. Ну, вам на это нужно, вам за это нужно брать ответственность. Вот. И продвигать свою позицию. Что еще? Смущает фраза, где вы говорите, что я буду продолжать себе копаться. Не надо себе копаться. Вам нужна психотерапия. Самоанализ не лучшее решение. И может только навредить. Доверьтесь профессионалу. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи!